OMTV.ua про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Всем привет! Российская пропаганда в очередной раз заявила, что драмтеатр в Мариуполе был разрушен не в результате авиаудара российской авиации, а потому, что его якобы взорвали изнутри сами украинцы. Ну, для того, чтобы потом все это свалить на Россию. Вот, например, что рассказывает о бомбардировке Мариупольского театра на телеканалах ДНР в Донецке. Одно из ярких доказательств варварства украинских неонацистов – Мариупольский драматический театр. Именно туда, в середине марта, боевики Азова созвали местных жителей, которым пообещали эвакуацию. Националисты заминировали драмтеатр, а потом совершили взрыв 16 марта, обвинив Россию. В общем, оказывается, это злые украинские националисты согнали в театр мирных людей и сами потом специально их взорвали. При этом ранее Та же самая российская пропаганда утверждала, что в театре находился штаб Азова и удар якобы наносился по нему. Но после того, как стало известно, что внутри погибли сотни мирных людей, методички быстро поменялись и появилась новая шизанутая легенда ⁇ Взорвали сами себя ⁇ Самое поразительное, что ровно в это же самое время государственное российское телевидение выпустило пропагандистский фильм Мариуполь ⁇ Русский город ⁇ в котором демонстрируется, как российские танки расстреливают жилые многоэтажки. Конечно, ничего сенсационного на этих кадрах нет. Видео того, как российские танки расстреливают жилую застройку Мариуполя, публиковались уже и ранее, но теперь их с гордостью демонстрирует российское телевидение. То есть россияне сначала показывают такое кино и одновременно с этим утверждают, что украинцы в Мариуполе обстреливали и взрывали сами себя ну наверное я чего-то не понимаю то есть 8 лет украинцы в мариуполе сами себя не обстреливали и не взрывали а как только путин пошел на украину войной объявил спецоперацию и стал подвергать мариуполь авиаударам украинцы тут же стали сами себя обстреливать и взрывать ну понимаете Просто совпало так, так-то эти события не связаны. То есть российская пропаганда на полном серьезе предлагает нам поверить в такое. Что ж, друзья, я могу сказать только одно. Давайте распространять правдивую информацию, чтобы все знали, как все было на самом деле. И сами россияне тоже им тоже не помешает рассказать о том, что творит их армия на Донбассе с русскоязычными жителями Донбасса. Поэтому поделитесь, друзья, этой информацией и подписывайтесь на канал, потому что здесь звучит правда о том, что происходит в Украине. Як смотрю, коля? Ну нормально смотрю. Оценювающе так. Ну, просто питаюся прикинути. От за сколько б тебе можна було загнати от живими на Росії. Ну тут ти Зойда тут таке, тут ну, не густо, тут ну таке, ну утюг максимум тостер. Все. Ну, блин, ну, бізнес у них є такий. Розказую, Смотри, може і вам інтересно. Значить, це все так. Заводиш в сім'ї якогось питомця мужського полу. Ну, ну як можеш, заводиш там, либо рожаєш, либо там женишся, хто як все. Ну, там, Кормиш його, учиш. Блін, чому учиш? Ну це ж Росія, ну всяким гадостям учиш. І отут от найголовніше, дивіться, не упустить той найважний момент, поки воно ще не спилось. Быстренько береш і виталкуєш його нахрен кудись на війну. Все, тут же біжиш в магазин, купуєш кошелек, сідаєш і ждеш, сколько тобі капне. Ну, отут уже тут вже лотерея, тут уже кому як повезе. Кому це ні, цьому не повезе. Цьому точно не повезе. Ну це ж розходний матеріал для бізнесу. Одноразовий розходник. Денег только на гроб. В домі убитого воєнного РФ стоїть холодильник Беко з України. В доме семьи убитого российского солдата стоит холодильник с гарантией на украинском языке. Об этом сказано в расследовании российского проекта «А поговорить». Журналистка Ирина Шихман подготовила материал «Денег дали только на гроб и памятник». О том, как приемная семья убитого захватчика Ильи Василенко жалуется на невыплату компенсации от Минобороны России за смерть военного. Василенко приехал в Украину и погиб на второй день полномасштабной войны, которую развязала Россия. Деньги российские власти выплачивают лишь родным родителям, детям или жене погибшего, сказано в материале. Теряли. Военкомат дал денег только на гробе памятник. Не нравится? Идите судитесь, комментирует журналистка. Шихман проводила интервью на кухне. Неожиданно в камере появляется холодильник марки Беко с наклейкой два роки. Полна гарантия. Ну так це вы еще, слушайте, вы еще жирно устроились. Монетизировали сволочь на холодильник, гроб. Памятник, хрена себе вы живете. Повезло вам реально з війною, якби не вона, так би ця сволочь до сих пор ходила, там дітей з сім'ї тягала, морди би потім приходила, тобі по п'яні била. Поблагодарили б наших пацанов, що не дали цій наволочі надовго розгулятися. І ви дивіться, щоб родне господарство не стрибувало з вас зараз деньги назад. Бо от якщо б вони знали, що ви десь на український холодильник умудрились розжитися, так вони б дітей вам ні на гроб, ні на пам'ять би не дали. Отак от би і заставили прямо в цьому холодильнику і прикопати. И что там вообще Пам памятник без проблем просто вот так Кришку холодильника відкритий залишаєш, все, заодно тобі і пам'ятник, і надпись, уточняюся на правильному фашистському язиці. За холодильник, правда, там ціла дискусія вже успіла розгорітися. Типа, да ні, він же ж бідненький не успів би його і украсти, слишком швидко грохнули. Бо так, звісно, так у них, наверняка, і стиральна машина вже з'явилася, і собача будка, і вдова така всьому селу на завість ходила б в нових поношених трусах. Ну, і типо, ми цей холодильник там давно отаким ліваком яким-то купили. Через Україну, бо так дешевле, ще раз. Яка та сраність за Жопінська, яка не може дозволити собі холодильник легально купити, поперлась в Україну, ще кого-то там чого-то освобождать. А от чого? От можливості по яким-то лівим схемам продавати вам недорогу битову техніку. А як ви взагалі збираєтесь узнавати про якісь здобутки цивілізації, якщо б вам вдалося нас з понтом освободити? Страна нищебродів, яка... Хоч як то улучшить свою життя, може тільки з допомогою торгівлі трупами. А це у них зараз, щоб ви розуміли, це ходовий такий бізнес. І про його представників, там навіть по телевізору вже розказують, щоб остальні дивилися і завідували, що вот люди живуть, а чого вони так живуть? Тому що у них була така можливість, який то труп інвестувати в улучшення своєї життя. Так що дякую йому, велике, що труп. В память о сыне купили новенькую машину. В «Вестях недели» рассказали о гробовых деньгах солдат. В передаче «Вести недели» с Дмитрием Киселевым показали сюжет о гибели на Украине старшего сержанта, командира танка Алексея Малого, получившего орден мужества посмертно. Родители на его гробовые купили белую ладу. Новая лада куплена на то, что в народе называют гробовыми деньгами, официально единовременным пособием семье погибшего, рассказал в сюжете корреспондент. Отец говорит, что Алексей мечтал именно о такой, а белой, выезжает в первый раз на кладбище, говорит автор репортажа. Как романтично. Вот это дед поднялся, да? У него, теперь дивиться, есть на чем ездить, и самое главное, есть куда. А то что было бы, если бы вот эта мразь, ну, сынок, вот этот их, вот если бы не подохла бы она, а? Та вони б його самі за таке порішили. От нахрена ти нам такий здався. Чи після тебе ходи, а амносист надмивай? Давай ставай на четвереньки, буш нас з мамкою катати. А кстати, я кажу, де оце ваше знамените? можемо повторити, ну може, хоча б попитаєтесь. Ну, дивіться, можна там в цій машині на задньому сиденні закритися, сексом зайнятися і при удачному сході можна іще один труп, іще одного синочка на прицеп обміняти до цього автомобіля. І на ньому ще можна так красиво, от, як ви любите, написати. Що не та машина Ні, ну так, да, не та. Ну просто цього любящого синочка, ну, вовремя там грохнуті ще не успіли, і він машину своїй сім'ї по-другому організував. А де ще простий росіянин може розжитися на цілий автомобіль? Оккупанты в Мелитополе воруют автомобили горожан прямо со стоянок. В Мелитополе военные РФ отжимают авто. Волонтеры предполагают, что одной из целей краж есть помеха эвакуации мирных жителей. Ой, вы как-то сильно романтично про их намерение думаете. Целью краж Є то, що це нижча страна, у мародьори, і Вони не кого-то там що то евакуювати. Вони не сьогодні, завтра з себе, якщо виживуть, живуть, звісно, евакуювати відтуда вас. Захочуть ж самих прибіжать, щоб ви помогли їм там куди-то підкинули за перебрить. І ті типу, по що значніма машини. Подождіть, а як же ми? А я ж блін. А я ж, ж розчидую, ще холодильник не в багажник загрузить. Окупанты не смогли украсть зерно, поскольку раньше уже украли комбайны. В Херсонской области оккупанты даже не смогли собрать урожай зерна, поскольку угнали в Чечню комбайны, поэтому убирать пшеницу нечем, и она гниет на полях. И сами тут же рядышком лежат, гниют, радуя свои военкоматы, что при таком удачном исходе денег ни на гроб, ни на памятник выдавать же не надо. Да, и я даже знаю самое заветное желание от этих мародеров, знаете, эти? А чтобы мы с Коляном их, ну, как-то так по-человечески тут прокопали. Ну, по-человечески в смысле, знаете, как? Ну, хотя бы в носках. Оккупанты охотятся за носками украинских военных, перехват. Кроме этого, россияне воруют и другую одежду. Об этом говорится в перехваченном разговоре, обнародованном СБУ в Телеграм. У меня дохуя украинских носков, и я понимаю, какие они пи*** наши уставные носки, ими, я не знаю, что, полы мыть. Понимаешь, мы с тобой покупали трекинговые носки по 400 рублей, по 600 рублей. Вот у них такие выдают, говорит оккупант. Он хвастается американским камуфляжем, который тоже украл у украинцев. А? Ленты, что у меня есть. Реально хвалюсь, завидую, Россия. А? А? Нет, кстати говоря, носки реально зачетнее. Вот что правда, то правда. И под высокий берц, так ничего лучше даже и не придумаешь. Обалденные носки. Я как раз свои показываю. Свои две пары получил. Вот буквально только-только. Бачите, еще этикетка даже. Сейчас, Колян. На... Э, скажи, пожалуйста, положи их туда, на эту высокую горку. И дай сразу координаты артиллеристам. На живця будемо ловити. Ти, де, Ізольда Філіпна, ви яблучку ото коли з'їли? Ви качанчик не вибрасуйте, будь пожалуйста. Рядом ще на одну горочку положимо. Обов'язково ж хтось позариться. От побачите. І заодно, кстати кстаті, його сім'ї радость принесем. Ну, обміняєте потім його труп на яку-то современну бути техніку. Бо як її там по-другому отримати, ідей немає, ні? Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.